Всем здарова, чуваки, я с вами снова Изюмчик, добро пожаловать на новый видосик, и сегодня я бы хотел вам рассказать просто офигительную новость для моего канала. Кстати, если вам нравится видосик с вебочкой, то не забудьте поставить лайкусики, потому что такое я делаю очень редко, вы могли меня видеть только на моем влоге с Игромира, который будет, кстати, в описании, можете посмотреть, если кому-то интересно, а больше вы меня нигде не видели, поэтому вы видите меня только ВКонтакте в ближайшее время. Так вот, о чем, ребят, сегодня я бы хотел с вами поговорить. А правильно, о том, что я создал группу ВКонтакте, которую вы очень давно просили создать. Там я сделал нормальную такую шапочку вместе с друзьями, прикольную аватарочку вроде, название группа Изюмчика, и, кстати, ссылочка на нее будет в описании, можете подписаться. И что же там в ней будет поститься? А в общем, я так подумал, я решил закрыть стену. Ну, просто буду там посты, но открыты комментарии. Там вы сможете базарить, там разговаривать с кем-то, я вам буду тоже отвечать. Всякие обсуждения буду создавать интересные вам. Так вот, допустим, когда выходит обновление в какой-то игре, интересный вам и мне тоже, я буду выкладывать новые постики. А также, если, допустим, выходит какая-то новая обновка, я делаю на нее обзор, и сразу же видосик будет прямо в группе. И вы сможете его посмотреть, и все, и вам будет просто сразу же интересно, потому что кому не интересны новые обновки, всякие новые кейсики, новые вещи, новенькие ивенты, все дела и тому подобное. В общем, ребята, также в обсуждениях будут правила моей группы, за что вы можете получить в жбан, в скобочках бан, если кто не понял. И там будет все разъяснено. Первый раз я даю вам предупреждение, а второй раз вы уже получаете бан на срок, который написан как раз-таки в обсуждениях. Так что, ребят, лучше ведите себя хорошо, потому что не надо материться в комментариях, я вас прошу, реально, ребят. Конечно, за это банить я вряд ли буду, но если прям там жестко будет, ну, поэтому будет вам, конечно, бан. Но ненадолго, окей, без проблем. В общем, ребят, там вы сможете со мной также пообщаться, спросить у меня всякие вопросики. Я, может быть, даже вам буду постить какие-то там мемасики, еще что-нибудь. Можете, кстати, в предложку кидать какие-нибудь мемесы про меня, про моих друзей, про вас. Не знаю, что-нибудь прикольное, что будет веселить других людей. И, надеюсь, вам будет там интересненько. В общем, ребята, заходите в мою группу, ссылочка на нее будет в описании. Надеюсь, она вам очень сильно понравится. Также скоро будут новые видосики по открытию кейсиков, потому что денежки у меня на ключике уже есть. И скоро я их куплю. А также в моей группе будут розыгрыши. Да-да-да, именно розыгрыши, именно только в группе. Я их даже, может, на канале не буду постить. Какие-то вещи, может быть, из Стима просто, из PUBG, допустим, какие-то вещи, которые стоят, ну, просто деньги, типа, вы выиграете и все. А также буду постить какие-нибудь конкурсы из Rocket League, там, ключи буду разыгрывать, всякие вещи за подписочку и за репостик. Ну, в общем, вы все поняли, ребят. Надеюсь, вам понравится моя группа, заходите по ссылочке в описании. Ну, а я просто очень сильно вам благодарен, ребята, за 500, почти 50 подписчиков. Это очень круто, ребят, спасибо вам большое. Также, надеюсь, в группе в нашей будет столько же подписчиков, потому что, ну, это реально очень круто. Я вообще никогда не думал, что у меня будет столько подписчиков. Типа, я всегда думал, что у меня будет 100 максимум, там, не знаю, вряд ли больше. Но нет, ребят, вы меня очень прям просто радуете. Спасибо вам большое. В общем, на этом, я думаю, видосик подойдет к концу. Не забывайте подписываться на группу, скоро там будут розыгрыши. Также можете добавлять меня в друзья ВКонтакте, я вас добавлю, с вами поговорю, если вам что-то интересно узнать. А также не забывайте смотреть мои видосики и можете даже подписаться на мой канал. Ну и с вами прощаюсь, ребят. Всем удачи, всем хорошего настроения. Заходите в группу. Всем пока-пока. Ууу!